Привет, друзья! Делать жизнь комфортнее не так тяжело, как кажется на первый взгляд. Да и делать вам в целом ничего не придется. Ведь крутые гаджеты выполнят всю работу за вас. В этом выпуске я покажу вам топ-10 гаджетов для комнаты, от которых вы будете в восторге. А те, кто досмотрит видео до конца, смогут участвовать в розыгрыше и выиграть крутой гаджет из этого видео. Вы хотите превратить комнату в крутую игровую зону? Сделать это легко, и для этого вам определенно понадобятся умные светящиеся панели LifeSmart. Соединяйте отдельные панели в различные фигуры и превращайте скучную комнату в лучшее место для тусовок. Управление световым режимом осуществляется через специальное приложение, где вам будет доступно свыше 16 миллионов цветов. Можно просто выбрать и включить фоновый режим подсветки, который вам понравится больше всего. А можно активировать режим, при котором подсветка будет работать в такт музыки. Да, этот гаджет действительно реагирует на звук и самостоятельно подбирает крутые световые эффекты, как этот. Кстати, есть еще одна полезная функция, которая приглушает свет, если дверь в комнату открыта. Также вы сможете самостоятельно регулировать яркость через приложение на телефоне. Набор из 5 светящихся панелей содержит соединители для ламп, метровый USB кабель и настольную подставку для собранной фигуры. Чем больше светящихся панелей вы соедините, тем круче станет ваша комната. Превращайте мечты в реальность и помните, что все в ваших руках, даже мир. Mova Globus – самовращающийся глобус, который однозначно произведет огромное впечатление на каждого гостя в вашем доме. Особенность этого глобуса заключается в том, что он вращается без батареек. Солнечный свет, магнитное поле и закон тяжести – вот что приводит шар в движение. Но много света для его работы не требуется. Комнатного освещения вполне достаточно для того, чтобы гаджет вращался без остановки. В набор также входит прозрачная акриловая подставка, с помощью которой можно с легкостью установить глобус на любую поверхность. А если вы возьмете шар в руки, то он все равно продолжит крутиться. Круто, правда? Вы не можете отправиться в долгожданный отпуск, потому что некому последить за вашими домашними растениями. Знакомая проблема? А что если я скажу, что решение этой проблемы уже придумали? Pico – самый полезный гаджет для дома, который позаботится о ваших растениях, пока вы будете греться на солнышке. Что делает Pico особенным? Система автоматического полива, встроенные лампы с имитацией солнечного света и удобное крепление, позволяющее присоединить гаджет к любой магнитной поверхности. Высота лампы регулируется в зависимости от размера растения. Света, излучаемого этими лампами, достаточно, чтобы поддерживать рост цветов и растений даже в холодные времена года. Прозрачное окошко даст вам знать, когда будет необходимо пополнить запас воды. Благодаря этому устройству вы можете легко создать целый сад прямо у себя дома. А этот гаджет поможет не только немного развлечься, но и принять сложное решение. В жизни нас постоянно ставят перед сложным выбором. И мы часами ломаем голову, чтобы не ошибиться с решением. Теперь это не проблема. Просто покрутите этот металлический спиннер, и он даст ответ на волнующий вас вопрос. Спиннер выполнен из прочной нержавеющей стали, а сами надписи выгравированы лазером, поэтому их качество не испортится даже через длительное время. Есть варианты с разными надписями, в зависимости от того, ответ на какой вид вопроса вы хотите получить. Да, нет, я, ты, сейчас, позже. Все просто, задаете вопрос, крутите и решаете свою судьбу. Но я бы не стал так слепо доверять гаджету свою судьбу и хоть немного подумал бы головой. Вернемся немного в прошлое. Помните, как в средние века люди штамповали письма восковыми печатями? Так вот, магнитная восковая печать – это приспособление, с помощью которого вы можете красиво декорировать свои письма и делать уникальные штампы, как делали это много лет назад. Рукоятка самой печати выполнена из темного дерева. На выбор есть насадки с разными гравировками, цветами, растениями и животными. Если вы творческая личность, то эта вещь вам точно понадобится для оригинального оформления открыток и писем. У вас бывает такое, что вам не хватает всех розеток в доме, чтобы подзарядить все гаджеты? Если да, то я нашел для вас решение. Эта зарядная станция избавит вас от беспорядка, огромного количества кабелей и кучи зарядных устройств по всему дому. Мини-станция позволяет заряжать одновременно 6 устройств всего от одной розетки. В комплект входят 3 вида USB проводов, с помощью которых вы можете присоединить к станции любое устройство. 6 портов выкачивают мощность в размере 50 Вт, что способствует быстрой зарядке устройств.
На верхней панели хаба установлены специальные ячейки, в которых удобно оставить ваши девайсы на время зарядки. А под каждой ячейкой расположен умный светодиод, который загорается, как только уровень зарядки на вашем телефоне или планшете достигает 100%. Думаю, что в 21 веке этот хаб вполне может стать самым востребованным гаджетом для дома. Согласны? Перейдем к предмету, который сделает вашу жизнь в миллион раз комфортнее. Прикроватная полка – это must-have для каждого дома. Казалось бы, такая простая вещь, но насколько удобнее она способна сделать нашу жизнь? С помощью регулируемого крепления вы можете установить полку с любой стороны кровати и разместить на ней все необходимые вещи, например, книгу, будильник, телефон. В итоге все нужные вещи будут у вас под рукой. Создатели даже продумали специальное отверстие для зарядки, чтобы телефон было класть еще удобнее. Эта полка – идеальная замена прикроватной тумбочке. Она не только сэкономит пространство, но и отлично подойдет под любой интерьер. Честно говоря, мне теперь захотелось избавиться от своей старомодной тумбочки. Друзья, если вы пообещали вашим девушкам луну и звезды, то сейчас я вам подскажу, как сдержать такое обещание. Эта завораживающая лампа с 3D-эффектом выполнена в виде луны, устанавливается на специальную подставку и освещает пространство мягким теплым светом. За счет рисунка и 3D-эффекта создатели удачно сымитировали поверхность луны. Но выглядит это так же волшебно, как и настоящая луна, и точно будет хорошим подарком для ваших близких. А это компактный увлажнитель воздуха, замаскированный под кактус. Это не только полезная вещь, но и забавное украшение для стола. Чтобы его использовать, вам необходимо всего лишь залить воду в специальную емкость и подключить увлажнитель к любому источнику энергии через USB-порт. То есть вы можете подключать его даже к компьютеру или ноутбуку. Устройство хорошо очищает и увлажняет воздух, воды хватает на долгое время. В продаже есть два вида увлажнителей – с подсветкой и без подсветки. Следить за состоянием воздуха в комнате очень важно для организма, так что позаботьтесь о своем здоровье и выберите кактус себе по душе. Вещь, которая должна быть у каждого в доме, это определенно часы. Но Nixy – это не просто часы, это еще и крутой элемент декора, который придаст интерьеру яркость и современность. Светящиеся ламповые часы устанавливаются на подставку. Каждая цифра выполнена из гибкого светодиодного шнура и располагается в отдельной колбе, а сами колбы, всего их 6, присоединяются к этой подставке. Регулировать время легко, для этого воспользуйтесь кнопками, расположенными с правой стороны панели. После установки времени вы также можете отрегулировать режим подсветки. Кстати, этот гаджет может показывать не только время, но и дату, а также доступна функция будильника. А главное удобство – устройство беспроводное, но придется потратить некоторое время на сборку. Как мне кажется, это того стоит. А что думаете вы? Хочешь выиграть ламповые Nixy часы? Тогда принимай участие в нашем розыгрыше. Все, что нужно сделать, это поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. Если это видео наберет 1000 лайков до следующего видео по гаджетам, я объявлю победителя в новом видео. Все условия вы найдете в описании под видео. Всем удачи!